В эфире Первого Балтийского канала информационный блок «Доброе утро, Таллин». Бюро евродепутата Яны Том расширяется и, начиная уже с 22 января, предлагает новые услуги нашим жителям. Более подробно о новинках расскажет наша сегодняшняя гостья, депутат Европарламента Яна Том. Яна, доброе утро. Здравствуйте. Что вы нам предлагаете? Вот расширяется – это хорошее слово. Сначала это была одна маленькая комнатка, потом мы перестали в нее помещаться, потому что очень много посетителей, за что большое всем спасибо. То есть в прямом смысле нам пришлось снять соседнюю маленькую комнату, поэтому хищно смотрим на третью маленькую комнатку, потому что на самом деле людей много с разными проблемами приходят, с идеями и так далее. Одним словом, если коротко, то уже с этого четверга, 22 января, мы начинаем прием профессиональных юристов. Мы заключили договор с Центром информации по правам человека Алексея Семенова, и их юристы будут у нас принимать каждый четверг с 9 до 12, и с 15 до 17 мы распределили, чтобы люди могли, так сказать, прийти либо утром, либо вечером. Консультации бесплатные, каждая консультация длится где-то полчаса. Мы не будем никого представлять в суде в рамках этих услуг, потому что это совершенно отдельная работа. Мы не будем писать судебных исков, но мы будем давать консультации и помогать оформить стандартные обычные судебные документы. Вот это мы на себя берем. И кроме того, обычно вот многие проводят бесплатный прием юристов, всевозможные организации и учреждения, не будем показывать пальцем, но очень часто это студенты юрфака, которые... Которым необходима практика. Которым просто нужна практика. Я ничего не хочу сказать о них плохого, но иногда бывает, что не знают, там, скажем, русского языка или эстонских грамматик, или что-нибудь еще. У нас с этим полный порядок. То есть мы за качество отвечаем совершенно. Мы и, соответственно, Центр по правам человека. Значит, с 9 до 12 и с 15 до 17 каждый четверг, но строго по предварительной записи. Подробности, во-первых, на сайте www.yana.com.ee. Или запись по телефону, сейчас буду занудно повторять два раза, телефон 672-03-11. 672-03-11. Вы позвоните, зарегистрируйтесь и придете в нужное время. Мы находимся в Таллине на Розе Кранси 11, так называемый дом Швейцарии, Швеция моя. Ян, насколько я понимаю, консультации будут длиться немного времени, это полчаса, поэтому людям, наверное, надо будет заранее подготовиться к тому, чтобы правильно задать вопросы. Конечно, да, просто приходить и рассказывать про проблему можно, но лучше, конечно, прийти со всеми бумагами, какие у вас есть по этому поводу. Если вам в чем-то отказали, в чем-то вас обвинили и так далее. Все возможные документы, конечно, лучше брать с собой сразу. Просто, чтобы не приходить потом еще раз, не тратить, так сказать, время свое. А самое главное, честно скажу, не перегружать наших юристов, потому что мы уже сейчас поняли, что у людей очень много проблем всевозможных. И на самом деле вот встречи, сейчас у меня было несколько встреч с людьми, с избирателями, как мы говорим, да, с народом, там кто как называет. Вида вирума, скажем, у квартирных товарищей по-прежнему огромное количество проблем. Мы подготовили сейчас запрос, я уже, так сказать, по этой юридической линии пойду дальше, с вашего позволения. Подготовили запрос Ильмару Томаску, гендиректору языковой инспекции, по поводу языковых требований к членам правления квартирных товарищей. Ответ мы этот получили. Ответ дает нам основание для подготовки петицию, которую мы подготовим, подадим в Европейский парламент, потому что по оценкам не только моим, но и наших юристов, эти требования, они нарушают ряд базовых принципов, так как в квартирном товарище исправление избирательства на демократических выборах, то предъявлять какие-то, так сказать, требования в этой области – это неправильно и недемократично. То есть, что я хочу сказать? Мы будем заниматься всем спектром юридических услуг, так сказать, всем, но нам, конечно, интереснее то, что можно, так сказать, повернуть в правозащитную сторону Брюсселя. Поэтому вот имейте в виду, если у вас есть какие-то такие кейсы вдруг за душой, то приходите, будем очень рады. Яна, скажите, пожалуйста, а вот эта юридическая помощь будет только для жителей Таллина или же все-таки жители Эстонии могут присоединиться? Вот в четверг, 22-го, мы начинаем в Таллине, но на самом деле, так как депутат Европарламента у нас на выборах, то округ был один, вся Эстония, то я, естественно, чувствую, что я должна этим заниматься повсюду, но, что греха таить, мой избиратель по большей части русскоязычный, поэтому начнем мы расширение на северо-восток, у нас уже есть договоренность с Нарвой и силами, уже есть интерес и спрос, как только мы найдем, так сказать, в этом бешеном, честно говоря, графике какое-то окно, мы обязательно туда будем ездить тоже раз в неделю. Причем уже вот в ближайшие буквально 2-3 недели будет первое, следите, что называется, за рекламой. На www.yana.com.ee вся информация будет, она будет также у нас в бюро по этому телефону, еще раз скажу, 672-03-11. Обязательно будем выезжать и на северо-восток, и в дальнейшем где-то еще по Харьюма такие приемы обязательно организуем. Спасибо, Яна, большое, удачи вам. Спасибо. Информационный блок «Доброе утро, Таллин» подошел к своему завершению. Я напоминаю, что у нас в гостях была депутат Европарламента Яна Том.